Виват Бобруйчанка. В стенах третьей поликлиники прошел конкурс профессионального мастерства. В первом этапе приняли участие 4 представительницы прекрасного пола. Медсестры и помощницы врачей, женщины разных возрастов и специальностей. Номинанты выбраны не случайно. Они не просто профессионалы своего дела. Это женщины с активной социальной и гражданской позицией, почетные доноры, участницы проектов «Взаимовыручка и поддержка» и «Активное долголетие». Первое движение в условиях коронавирусной инфекции принесло немалую пользу нуждающимся в дополнительном обслуживании. Мы считаем, что «Виват Бобруйчанка» – это конкурс, который позволит женщинам, состоявшимся в этой жизни за счет своей профессии и за счет своей гражданской позиции, завоевать авторитет людей. Именно они, люди труда, должны быть сегодня героями наших мероприятий и нашей жизни. Отбор проходил в самом отделении. Были представлены кандидатуры не только старшей медсестры, то есть это была медсестра и физотделение, с ЛФК был инструктор. То есть каждый представлял свои интересы, что он достиг, что он смог сделать для поликлиники, для города, какие достижения у него в принципе в жизни и в семье. И голосование проходило именно в самом отделении, то есть сотрудники данного отделения выбирали наиболее достойного, по их мнению, кандидата для представления в финале. Планируется, что второй этап конкурса пройдет в октябре. Такое мероприятие поликлиника проводит впервые. Организаторы надеются, что в дальнейшем к ним подключится весь город.